преддверии нового летнего сезона мы традиционно уделяем особое внимание цветочному оформлению города. Этот год не исключение. Мы вот находимся в теплице горзеленхоза, и только силами горзеленхоза будет высажено 1,5 миллиона цветов, 50 больших объемных цветочных фигур и 2000 кашпо, которые украшают маршруты движения наших жителей и гостей столицы. Безусловно, это огромный труд за всем этим стоит, и я хочу поблагодарить и наших сотрудников горзеленхоза, и предприятия благоустройства города. Прежде чем мы увидим это на улицах города, на основных магистралях, вот высаживается такая рассада, заботливо ухаживается, и только потом высаживается в открытый грунт. Это большая-большая созидательная работа, и спасибо им за то, что они вносят свой вклад в красоту и цветочное оформление нашего города.